Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Коллекция Монет. Так, хочу показать следующий альбом, который я скомпоновал. Альбом «Монетник» под холдеры на 120 штук. Приобрел я буквально недавно несколько еще альбомов к тому, что у меня было. И вот на этой вот бумажке, которую тут немножко крив и в кость приклеил, написано, что здесь находится в этом альбоме юбилейные монеты Аргентины, Бразилии и Панамы. Но не все монеты этих стран здесь находятся. Сейчас все расскажу, покажу, что у меня в итоге получилось. Так, ну, начинается все с монет юбилейных Аргентины. Так, это не очень удобно. Сместим сейчас. 1960 года. Вот эта монета вот здесь вот находится. Это называется 150 лет свержению испанского вице-короля. Номиналом 1 песо. Ну и в дальнейшем Аргентина нас периодически радовала юбилейными монетами. Вот монеты к чемпионату мира, который проходил в Аргентине в 1978 году. 10, 20, 50 и 100 песо. Еще небольшие наборы по 2 монеты. 100 лет завоеванию Патагонии. 200 лет со дня рождения Хосе де Сан-Мартино. Тоже наборчик из 2 монет. Здесь 200 лет со дня рождения Гильермо Брауна. Тоже 2 монеты. Много интересных монет достаточно было выпущено Аргентиной. Вот набор тоже называется «Национальное учредительное собрание». Две достаточно крупные монеты. Ну и вот здесь вот Аргентина начала выпускать и биметаллические юбилейные монеты номиналом 1 песо. 50 центавов юбилейные монеты, тоже целая подборка. Некоторые монеты, вот эти 50 центавов и 1 песо, схожие рисунки имеют. Ну, несколько подобных меркосур, тоже подобный дизайн монеты имеют. Но вот здесь не все монеты вошли, вот у меня некоторые монеты вот в таких вот буклетах, допустим, конечно, вытаскивать их я не буду. 50 лет ЮНИСЕФ. Подобный набор. Хосе де Урквиза. Вот здесь такая монета подобная есть, вот она. Но вот это с ребристым гуртом, это с гладким. Это более редкая разновидность. Естественно, достать ее тут, ну, хотя, наверное, можно было, но не буду. Так, вот появились монеты номиналом 2 песо, не было до этого подобного номинала. Ну и вот заключительная монета 2016 года, 200 лет независимости. 2 песо. И больше с того времени Аргентина ничего пока что не выпускала. Дальше монеты Бразилии. Вообще Бразилия юбилейку начала выпускать достаточно давно. Существуют наборы 1900 года. Но он до безобразия дорогой. Он называется 400 лет открытия Бразилии. Там монеты стоят просто сумасшедшие деньги, космические цены. Монет у меня их, этих нету. Затем есть набор 22 года из 3 монет. Называется, не помню как называется. И набор 32 года
из 6 монет. Ну, с 32 года у меня одна монета есть, в этом альбоме она не представлена. Достаточно недешевая. Ну, остальные монеты 22 и 32 год я, в общем-то, потихоньку докуплю. И вот здесь вот страничка осталась. Буду располагать уже отдельно их под это место. Ну а Бразилия 72 года, современные бразильские юбилейные монеты. Называется 150 лет декларации о независимости. Затем вот такие вот монеты ФАО. Три монеты номиналом 1 центава, 2 и 5. Зебу, соя, сахарный тростник. Они выпускались 4 года. У меня здесь монеты 75 года, но, значит, вот эти три монеты еще в 76, 77 и 78 году выпускались. Следующая тоже вот такая вот монетка маленькая. Не видно, наверное. Называется тоже соя из серии ФАУ. 4 года подряд. 79, 80, 81, даже 5, 82, 83 год. Здесь 79, самая первая монета. С чем уж связано такое отсутствие разнообразия, то есть вот эти годы, зачем они выпускали, повторялись, не знаю, честно говоря. Ну, что есть, то есть. Вот интересный тоже набор. 100 лет отмены рабства. Изображены мужчины, женщины, дети. То есть не так давно рабство было в Бразилии отменено. Ну и пошли здесь биметаллические монеты, уже более современные, бразильские. Вот она самая, наверное, дорогая и редкая из вообще последних монет, вот, которые здесь в этом альбоме представлены. Называется 50 лет декларации прав человека, 98 год. 1 реал. Монета очень нечастная, нечастая. Ну и пошел биметалл. Кубичек Диоливейра. Передача флага. Эстафета передачи. 40 лет банку центральному Бразилии. И вот она, серия из 16 монет. 14, 15 и 16 год. 3 года эта серия выпускалась. Всего получилось 16 монет с видами спорта. Интересная и красивая. Ну и периодически тут некоторые монеты встревали. Вот 50 лет Центральному банку. И вот такая вот самая последняя. 25 лет введению реала. Тоже больше после этой монеты пока ничего не выпускалось. И талисманы Олимпиады, Паралимпиады. Так, ну и дальше. Дальше это Панама. Панама тоже у меня не вся. Нет монет здесь 78 года. Это набор 75 лет независимости. 6 монет. Возможно, потихоньку доберу по отдельности эти монеты. И нет одной монеты номиналом 10 бальбоа, который называется «Ратификация договора о Панамском канале». Ну, а так все 73-го года начинается. Вот такой вот монеткой маленькой. Опять же серия ФАУ. Сельские поселения. Выпускалась в 73-75 годах. Здесь монетка у меня 73-го года. Ну и в дальнейшем периодически выпускали, то есть вот 78 год, которого у меня нету, потом перерыв до 2000 года, и вот опять поехала ФАО монета, различные достопримечательности Панамы, вот это крупная монета, называется президент Мирея Москоса, 1 бальбоа, тяжелая крупная монета, но тоже различные события, достопримечательности и так далее.
Все продолжается, продолжается. 19-й год выпустили целую серию с архитектурными памятниками церкви, собора. Тут 6 монет. Номинал тоже 1 бальбоа. Схожа она с регулярной монетой. Такие же размеры имеет. Из того же металла. Ну и последние монеты. Это Всемирный день молодежи. Вот она монета. Ну и дальше идут несколько цветных. На том же Юкоине они относятся к коллекционным монетам. Набор, который в 16-17 годах выпускался, посвященный столетию строительства Панамского канала. Вот они монеты, 1, 2, 3, 4, 5, 6 монет. Красный крест, это уже 17-18 год. Вот это День молодежи, там вот предыдущая монета не цветная была, здесь такой же дизайн, уже цветная монета. Ну и еще вот такая есть, 1/4 бальбоа, 200 лет со дня рождения Хуста Арасимена. Тоже интересная монета. Вот такой альбом получился. Ну вот здесь лист один остался, как я уже сказал, для бразильских монет. Вот. Одну монету из 32 года сюда доложу. Найти ее надо, она у меня там отдельно лежит. Не добрался до нее. Ну и то, что буду подкупать, вот этот листок. Лист, вернее, для этого дела и использую. Ну, в общем, еще раз, что у меня в итоге получилось. Получилось вроде бы достаточно прилично. Но впереди еще покажу несколько альбомов, тоже достаточно интересных, с интересными монетами различных стран. Подборки там очень хорошие. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока, удачи, до новых встреч. Пока.